Добрый день, с вами канал Мелорама. После завершения проекта «Легенды», где Эбру Шахин исполнила одну из главных ролей, стало известно, что недавно Эбру Шахин подписала контракт с продюсерской компанией OGM Pictures сроком на 1 год и сама выберет проект, который придется ей по вкусу. Об этом заявила известная журналистка Бирсин Алтунташ. Актриса сейчас пока что уехала в Америку со своим мужем Джеди Османом, но уже присматривается к новым амбициозным проектам. Но вот на какие сериалы актриса может обратить внимание. Один из будущих сериалов компании OGM Pictures – турецкая адаптация известного проекта «Неортодоксальная», режиссером которой будет тот самый Джем Карджи, режиссер «Ветреного» и друг Эбру. А также именно эта компания будет снимать давно ожидаемый сериал «Если король проиграет» с Кванчем Татлытугом. Партнерши актера пока еще не были объявлены. Поэтому Эбру может заинтересоваться одним из этих проектов. Актриса сделала очень правильный ход, выбрав компанию, которая выпустила много успешных проектов. Среди проектов компаний такие известные и успешные сериалы, как «Красная комната», «Девушка за стеклом», «Квартира невинных», «Дом, в котором ты родился», «Твоя судьба», «Дар», «Другая жизнь» и новый успешный сериал «Зима родок». Так что есть все шансы, что Эбру Шахин может вскоре выбрать себе новый проект, который ее заинтересует, и мы надеемся, что сможем опять увидеть актрису на экранах в скором времени. Кто тоже рад таким новостям и ждет возвращения актрисы на экраны, пишите в комментариях и ставьте лайк этому видео. На этом у нас все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!